Ох, какая лохматая. Ладно, мне простительно. Написал Саше. Пишу ему. Может сделать порцию теста. Спросила, будет ли, хочет ли он манты прям вот-вот. А то уже давно обещаю ему сделать. Уже аж совестно, что никак не делаю. Написала, типа, есть у тебя силы вместе их слепить, когда вернешься. Но что-то он не отвечает. Похоже, это у него там тоже затык на работе. Так бы он раскатал, я бы быстренько слепила. Ну, на всякий случай спрашиваю. Если он скажет, что подождет, пока я с делами разгребусь, то я, в принципе, в воскресенье ему могу сделать. Ничего страшного. О, что это у меня? У меня не запустилось. Не запустился монтаж, представляете? Не, зайчик, я не хочу конфетку. Мне Миша там 3 конфеты надавал. Ну, знаешь, что я хочу? Вон, видишь, крышка от весов лежит. Иди на весы ее, положи в этот сарай. Только кошек не запусти. Они уже на низком старте. А я сейчас буду специи делать. Мне кошки пока... Это... Не шуми, там Миша спит. Не дают ей выйти. Обступили. Так, ну я пойду. Лизаветка тут спит. Лизаветка пусть спит, она вообще себя плохо чувствует. Пришла, плохо себя чувствует. Я говорю, оставайся завтра дома. Она говорит, не буду. У меня завтра КВН. Я всех подведу. Я говорю, ну ложись, отсыпайся тогда. Так. Я тут пытаюсь у Лизы взять переноску. Вот. Чтобы подключить. Прожектор надо со стола убрать. Стоит. Я его даже это... Внимание на него не обращаю. Перемелькался. Так. Немножечко поразгрести. Это тоже убрать. Сейчас вот это вот уберем. На подоконник. Вот так. Вот так. 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 Это сюда уберем. Это тоже сюда уберем. Вот так. Все. Сейчас буду специи делать. Достала весы. Сейчас буду все отмерять. По пакетикам расфасовывать. И суды опять накопилось. До утра детки спать не стали. У меня почему-то лампочка включилась. Я тут специями занимаюсь. Я их уже фасую в пакеты. Получается вот такие вот пакеты по 4 штучки. Слушайте, удобно в большие фасовать. Вот сами специи. По пакетикам. Сейчас надо их вот в пакетики зафасовать. У меня есть такая вот штука, запаивалка. И, собственно, наклеить наклеечки. Сейчас весы свои маленькие, скромненькие приберу. На них я специи отмеряю. Мишулька недавно вырулил. А, вот ты почему макароны отказался есть. Ты печенюхи свои лопаешь, да? Макароны не хочу. Не хочешь? Хочу. Хочешь? Положить тебе макарон? Просто макарон, да? Сейчас положу. Заспанный такой вид. Ну ничего, зато отдохну. У Лизаветки температура поднялась. Уговариваю ее хотя бы в понедельник не ходить в школу. Или завтра не ходить. Она отказывается. Я ей сказала, хочешь выздороветь, ешь лимон. Там лимоны, если что, я убрала в холодильник в этот. В выдвижной ящик. Без сахара ты много не съешь. А надо прям лимон целиком съесть. Это будет ударная доза витамина С. Витамин С борется с болезнями. Все готово сделать, лишь бы пойти на праздники. Просто почему я тебе в понедельник предлагаю не идти? Объяснить? Извини. Объяснить? Если ты в понедельник пойдешь через силу, отлежаться не успеешь, ты не попадешь на экзамен. А я его уже оплатила. Катюшка тоже проснулась. Она мне тут уже даже помогла. За сахаром сходила. Лиза, ну-ка ответь мне, тебе нравятся твои звездочки? Вот, кстати, ну вот эти панели. Ага. Да?
А то мне тут написали, что тебя заставили их, понимаешь, и тебе другие нравились, а мы тебя заставили такие. Кстати, вот интересно, вам не видно реально, а вот так глазом видно очень хорошо. Они достаточно яркие, вот. Бледнее раз в 5, наверное, на камере смотрятся. Доброе утро, Миша. Ну реально, они это... Мишка проснулся. Кисло стало очень. А? Кисло стало очень. Кисло стало? Я тебе говорю, ты не осилишь, долго его есть. Мне было кисло. У тебя pH сместился. Мишка проснулся. Я знаю. Он... Я ему макароны обещала положить. Он же газировки с печеньками навернул. Мама! А! Какой? Что такое? Что? Ну, что ты сказал, pH какой-то. pH? Да. Уровень кислотности. Кислотная среда. pH в нормальном состоянии для человека должен быть нейтральным. Если будет слишком кисло, у тебя начнется изжога. Нет, у меня Мишка есть. Мама, хватит. Ты мне 3 конфетки дал, я еще не съела, солнышко. Папа придет, поделишься, ага? Делится конфетами вовсю. Ты не раздавай конфеты, скушаешь потом. Ну что, морально готова на завтра ехать? Может, мы не Гулливера будем читать? Давай что-нибудь повеселее. Он Алису, давай у Лиски тиснем. Зачем Алиса? Ну, Алиса. Алиса интересная. Давай 2 капитана почитаем. Ты читала? Читала, но она неинтересная для меня. Кстати, а по поводу того, что стена получилась не идеально и как бы это... Ну да, Саша 2 тазика смешал с разными оттенками. Или 3 тазика с разными оттенками. Давай. Ну, не вышло, да. Кто не ошибается, тот не двигается вперед, товарищи. Переделывать просто сейчас нереально стену. Лиза ее картинками залепит всю, да? А вторую стену же сделаем нормально. Ну, тут еще будет стена напротив. Какую вторую? Которой нет пока. Смотрите, что у нас творится. Смотрите, что у нас творится на дороге. Такое ощущение, что там это, снег. Она прям белая-белая. Не знаю, видно вам? Нет, на камеру опять же не так. Кажется, обычный асфальт. Ну, опа. Это что за? Это кто это тут бегает? Что за чужая собака какая-то? Похожая на овчарку. Вообще, здрасте, пожалуйста. Катя, моя сладкая девочка, прорвалась домой и улеглась посреди дороги на нашем страшном полу. Выход? Не знаю. Ну, раздели пакетик. Я потом поправлю. Помидорки толкни туда-назад. Я пыталась все уместить, он купаты доставала, видишь? В нашем холодильнике ничего не вмещается. Так, Лиза макарошки сварила, вон, видите? Умничка моя. А я сковородку поставила, купаты сейчас сделаю. А себе... Лиза, ну, налила все-таки на плиту. А себе сюда вермишельки. Немножечко. Хотя у меня еще холодца полно. А? Аккуратно, пальцы себе не обрежь. Не зря мама накупила лимонов. Все болеть решили. Ага. Пришел с работы. И мы тут на ночь глядим, манты наделали. Гигантские в этот раз. Саша сказал, что ему маленькие манты не нравятся. И ему надо гигантские. Че, все-таки решил это? Ну, что получилось. Одну штучку. Одну не распробуешь. 2. Ну, 5-то многовато будет гигантских. 4. А? 4. А макароны с купатами? 2, что ли? А ты будешь пробовать? Кого? Манты. Нет, я манты не буду пробовать, я буду свой холодец есть. Во-первых, он испортится, если его не съесть. А во-вторых, я перед сном тесто не это. 13 штук с одной порции получилось, вот таких гигантских. Ну вот, делай 5. 2. 2? Только 2? Катя, они в 2 раза больше. Небольшие. Ну ладно. Они в 2 раза больше. Хочешь, я тебе покажу, как я уже начала украшать? Давай, пойдем. Катя тоже решила заклеить все стены картинками. Я хочу вообще все. Тише, не шумите. Не шумите, Лиза себя плохо чувствует, она спадлива. Я хочу вообще везде все стены заклеить. Ого, ничего себе. Только ты, пожалуйста, сильно не торопись, потому что у меня там бумага кончается. Угу. Ага. Угу. В общем... Это Джей. Это Джису. Ты им хоть губы накрась. Она сказала. Она девочка. Что ты делаешь? Она девочка у Кати списала. Хорошо. Одна девочка сбежала, как? Она отвалилась. Катюшечка,
этот короб протри, пожалуйста, поверхность. И подоконник. Макароны ты складываешь? Нет, я холодец с макаронами не ем. Холодец будешь? Я холодец буду. А? Ты будешь холодец? Во-первых, его еще много, его надо съесть. А что, Катя жарко? Катя всегда жарко. Не жарко, а холодно. Не кричи. Я на ночь не разрешаю ей окно распахивать. Она вечером отрывается. И вентилятор она зимой включает. Она как бабушка. Как снежная королева у нас она. Возьми Мишкины макароны, пожалуйста, тоже. Он, как обычно, половину съел. Он вилочкой аккуратно кушал. Ничего туда не складывал. Так, надо скалочку прибрать. Мою. Мантоскалка. Саша ищет фильм. Сейчас перед сном хотя бы полфильма посмотрим. И ждет своей манты до сих пор. Катя с ним вместе ждет. Тоже решила манты лопать. Саш, а ты завтра будешь нас провожать? Кухню. Во сколько выезжаете? Ну, мы без 27 где-то поедем. Ну, либо в 7, а? Наверное. Будешь? А чаечек будет? Будет. Спасибо. Ты во сколько просыпаешься? На 8? Короче, заглянешь, если мы с Катей вдруг, ну, вдруг будем дрыхнуть, подними нас, ладно? Ага. Потому что, по идее, мы должны встать 5:30, но 6:30 я не встану, наверное. Не знаю. Короче, я потом буду спать на следующий день. В субботу. Вот так Саша выбирает фильмы. Но у него получается хорошо фильмы выбирать. Кстати, если у кого есть хорошие фильмы или хорошие сериалы, которые можно посмотреть, пишите в комментах. Когда выбираю фильмы я, там такая обычная ерунда попадается. Чё? Артист попался из этого. А, все тяжкие. Ну, роль у него во всем тяжком была дурацкая. Ее ресторану не было равных. Было бы прикольно посмотреть что-нибудь, где будет в ролях этот главный герой. Либо Джесси, либо этот. Но будет очень сложно воспринимать такой фильм. Мы к ним привыкли в том сериале. Вот, кстати, от нас совет вам. Мы смотрели сериал, долго смотрели, там 5 сезонов, во все тяжкие. Очень интересный. А как фильм называется, который мы смотрели, где чувак это, преследовал женщину? Человек-невидимка? Человек-невидимка 21-го года. Человек-невидимка 21-го года, тоже классный фильм попался. Давайте делиться фильмами друг с другом. Давай, давай, носки снимай. Иди сюда. Ням-ням. Миш, ну поторопись. Ням-ням. Ты неужели спать не хочешь? Он ням. Ну, днем поспал, поэтому спать не хочет. А? Ням-ням он требует. Ням-ням? Ты недавно делал ням-ням. Молоко? Миш, ты говорить разучился? Молоко? А поесть. Миша, сейчас уже спать надо. Курицу можно поесть? Кто тебе будет курицу сейчас раздирать? Папа. Ну, ты договорись с ним сначала. Пожалуйста. Давай, договаривайся. Папа, пожалуйста, курицу. Курицу? Давай. А почему ты не играешь со... эту игру? Я с тобой играюсь. Сас, не хочешь? А сейчас как? Поздно, Миша. Муза, а как ты улетел? Это не было этого? Ты улетел как-то. Как ты это сделал? Давайте уже кушайте и будем укладывать это? Мишу. Что я сделал? Понял.
маршрутку, без такие пересовки, точки. Мишка любитель поболтать. Любитель поболтать, пошли. Захватите мою тарелку. Курицу, да? Курицу он хочет. Или молоко просто. Молоко или курица? Курица. 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 Эрон пока не знает. Курица. Дай к тебе в тарелку заглянуть. Ого! Ну что, ваша душа довольна? Да. Подходящий размерчик? Большому куску и рот радуется. А? Большому куску и рот радуется. Не влезет в рот такой кусок. Тебе бы неудобные. Раз и заглотил. А? Чего улегся? Давай. Так, Миша, ложись. Так. Катя, не развешивай его. Иди ложись. Все, а я Мишу укладываю. А ты... Моя ночь, Миша. Сними с него носки, пожалуйста. Место. Я заберу ваши носки. Нет? И в стирку. Ложись, котик. Котик. Ты хочешь ролик смотреть? Тогда ложись. Прячь под это, под покрывальце. Шерсть моя. Шерсть твоя? С тебя сдернули скальп. Да ладно тебе. Мишка-фантазер, прячься под одеялко. Где моя шерсть? Твоя шерсть на месте, отрастет за ночь. Давай, прячься. Вон шерсть твоя, вон, видишь, лежит. Прячься под шерсть. Где? Вон, вот, вот. Пушистая, видишь? Должно мне не было. У нас как неудобно спать, Миш. Мне не на стенце было. Все, вон, видишь, наросла уже шерсть. Миш, ты будешь ролик смотреть? Да. Да?